Здравствуйте. Я вот обычно к 8 марта так вот на своем канале делаю какое-нибудь такое вот видео с таким вот феминистским содержанием о том, что это никакой не праздник такой, типа день весны, понимаешь? Это праздник борьбы за равноправие женщин с мужчинами, да? Вот такое вот обычно я делаю видео, его обычно никто не смотрит практически, но я не знаю, вот чем вас и порадовать сегодня, дорогие друзья. А, кстати говоря, большинство моих зрителей это все-таки не женщины, а мужчины, ну, подавляющее большинство. Правда, мне тут поясняют, что, вы знаете, этот самый замечательный YouTube, он может неправильно понять пол, да, зрительницы. Зрителя. Если он смотрит вот такого рода видео, ну, наверное, он мужчина, говорит канал, и бум, лепит, значит, лейбл мужчина, да, хотя на самом деле, может, меня женщина и смотрит, да, вот такие дела. А недавно мне один зритель, видимо, женщина, да, прислал небольшую сумму на стрижку, да, я решил так, что я пойду в парикмахерскую, давай деньги, я лучше куплю что-нибудь путное, купил вот ножницы, сейчас буду стричься. Вот, стричь бороду, вот, хоть этим вас извлеку. А вообще говоря, значит, вот сегодня мне интересное послание пришло. Послание не просто послание, а приписочка к переводу на 50 рублей в Яндекс деньги. Да. Борис Сергеевич, передайте, пожалуйста, в любом из следующих видео привет подписчику, а дальше идет некая японская фамилия. Кокоэта я такие. Видимо, мой японский подписчик. Вообще, на самом деле, Коко, скорее всего. Это я такие витиеватые комменты пишу. Надеюсь, юмор в них вас не оскорбляет. Хочется убедиться, что кошелек не мошенников. Вот, видите, как товарищи, распоряжающиеся деньгами, они хотят убедиться, что денежки-то идут правильно. Ну и, в общем, правильно хотят убедиться. А у меня теперь, похоже, стало на... Значит, радио BBC, британская радиовещательная корпорация, в эпоху черных полковников в Греции, они иногда такие вот передавали тексты в своих передачах на греческом языке. А Марию, так, от Марии с острова Крит мы ждем посылку в следующую пятницу. Вот такие вот загадочные были тексты. Потом, правда, оказалось, что это делалось для рекламы. А я вот для рекламы передал японскому моему зрителю чего-то, да? Так, я тут постелил мою любимую газету. Газета называется это «Метро». Вот, и в этой газете «Метро», как раз это было за 8 марта, там были поздравлены, так что я к ним присоединяюсь, вот, и вот, глядя на экранчик, я буду лишнее-то отрезать, да, вот такие дела. Ну, это только начало, а то, что было в конце, вы потом увидите в одном из следующих видео, хорошо? Ну, ладно. Ну, да, не забывайте мне помогать. Внизу там у меня мои реквизиты для платежей. Карточка, сбербанковская, счет в Сбербанке, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, PayPal. Да? Ну, и самое главное, можете проверять. Ну, оказывается, говорит, не у всех видно до конца название моего канала. Борис Бояршинов со дна российской науки. Приветы японским зрителям. Пока. Кстати, у меня в Китае один зритель есть. Видимо, это тамошняя секретная служба.